поселке Сосны живет более 1500 человек. Общественным транспортом ежедневно пользуются несколько сотен жителей. Раньше ждать автобус им приходилось в любую погоду на обычной заасфальтированной площадке. Но теперь все по-другому. Павильон типа «Город» оборудован удобными скамьями и защищен от ветра закаленным триплексом, который в случае повреждения не осыпается, а покрывается мелкими трещинами, но остается в прежнем положении. Это особенно важно с учетом того, что павильоном пользуются и дети. В Соснах нет своей школы, и ежедневно отсюда в Успенское школьными автобусами уезжают и приезжают около 40 учеников. Мы совместно с ГАИ, в общем, рассматривали этот вопрос. Больших запросов от жителей не было. Вместе с тем, значит, мониторинг говорит о том, что требовалось выполнить какие-то мероприятия по безопасности дорожного движения, чтобы люди могли безопасно перемещаться. Безопасность пассажиров повысит и благоустройство прилегающей территории. Благоустроили подходы к остановке, сделали тротуары, обустроили газоны. Суммарно уложено около 300 квадратных метров асфальта. Это не единственная новая остановка, появившаяся в округе. За последнее время обустроили 12 новых остановочных пунктов. Еще 11 обновили. Роман Попов, телекомпания «Одинцова».